Наступило время, когда наш питомник смело можно назвать садом пионов. Зацвели все сорта, которые здесь у нас есть. Желтые, бордовые, белые, ярко-розовые, древовидные в том числе. Красота неописуемая. Пчелы тоже радуются, шмели жужжат. Ну а я хотела бы напомнить, что пионы у нас тоже есть для покупателей, не только для того, чтобы полюбоваться. И купить их можно в любое удобное для вас время. Закрытая корневая система. Даже в августе, в июле, в июне мы можем вот так легко вытащить из контейнера растения. Посмотрите, какие у него корешочки. Белые, все живые. Садим, не повреждая корней. Не закапывая глубже, чтобы растение вовремя зацвело, поливаем, удобряем. И я хотела бы вас порадовать. 50 лет на одном месте может жить травянистый пион. Долгожитель настоящий. А с древовидным пионом есть свои тонкости. Сейчас мы о них расскажем поподробнее. Красавчик древовидный пион. Посмотрите. Вот этот цветок. А сколько бутонов. Через неделю он просто полыхнет желтым пламенем. Чем же он отличается от травянистого? Уход за ним более тщательный. Если травянистый мы срезали и забыли на зиму, то здесь требует особого укрытия. Нижняя часть у него вся одревесневшая. Вот хорошо видны эти побеги. Так вот, что мы делаем с ними на зиму? На зиму все это требует укрытия. Ставим коробку, засыпаем туда сухой торф, а сверху укрываем пакетом. Мы использовали пакеты для мусора. На 50 литров вполне хватает. Для чего? Чтобы торф за зиму не намок. И все это не сопрело. Весной постепенно открываем. И вот он результат. Даже в Сибири замечательные древовидные пионы.